Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты селедкой ее там с рыбой. Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Много говорим об этом раздельном питании. Но никто же этим не занимается. Я же не говорю, что это дорого. Есть надо только свои продукты. Ни в коем случае не надо эти иностранные все. Это не для нашего организма. И вот таким образом, не совершенствуя себя, не занимаясь спортом, травим себя, чем попало. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением.